Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Поехали. Вначале выйдем на карту и посмотрим, что у нас тут есть. Что открыто, что закрыто. У нас будет здесь босс-вдова. Дуэли, так, турнир невозможно, понятно, я туда суваться даже не буду. Но нам нужно пройти. А для того, чтобы пройти, нам нужно, что, естественно, либо заточиться. Не забывай, что... Да, я понял. Позже. Позже эти все бои. Мне надо посмотреть, что у нас там по шмоткам получается. 24 уровень у меня в данный момент. Это у меня одето. Шлем у меня тоже одет. Ну, то есть я в топчике получается, да? И почему-то невозможно там. Здоровски. Значит, получается, нам нужно с тобой получить 25 уровень. А для того, чтобы получить, нам нужно, видимо... Здесь выполнено. Так, легко. Стадия испытания. Давай бой... Ой, с пятью противниками. Ребят, с пятью. Мы с вами с тремя тогда не могли справиться. А вот удар только ногами, это, пожалуй, по мне. В этом бою ты можешь драться только ногами. Понял, сенсей? Будем драться... А он с кусаригами, что ли? Этот ниндзя. Так... Это нужно его держать поближе к себе, получается. Ну, надеюсь, у нас получится. Так, удар ногами. Потихоньку будем с собой. Ой, потихоньку, блин, ага. На, на, на. Так, не нравится ему, ребят. Ой. Ты смотри, что делает, а, жучара. Ну, ну как же так? Да иди ты. Давай, 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 пинать его. Только пинками. Пока он там промахивается своими кусаригами. Музыка прикольная. Мне нравится. Опа, опа, на. Его только запинуть, ребят, других вариантов ну, тут нет просто-напросто. Ой, получил, тихо. Ай, хотел, хотел, друзья мои, сделать подкат. Неужели забомбит, а? Все идет именно к этому. Что он меня, наверное, сейчас... Я не могу ни бросочка сделать, ничего. Потому что нет у меня ударов руками. Ага. Так, попробуем. Ну почему же я не мог попасть по нему, когда он... Ну, подсечку, может быть? Есть! Друзья мои, чудом, чудом я его подбил. Да, довольно такой серьезный бой. С кусаригами, как говорится, не поспоришь, верно? Но... Иди отсюда. Ага. Хотел сделать мне тут. И он сделал. Ага, в ответочку. Что ты там собирался сделать мне, а? Чернозем. Подходим, подходим, подходим. Поехали. Вот так вот. Блин, не получилось подсечку сделать, друзья. Я хотел. Заблокировался, да? Так, зажимаем, ребят. Нет. Тогда вот так вот. Все. Прекрасный, прекрасный был бой. Я справился. 24 гема. 800 монет. Но самое главное, что гемы мы с тобой зарабатываем. И это очень хорошо. Тут нет у нас стадии затмения, как мы знаем. Выживание есть. Так, стадия... Блин, с пятью противниками. Серьезно, что ли? Случайное оружие. Ну, давай попробуем. Бой с пятью противниками подряд. В каждом раунде у тебя будет случайно выбранное оружие. Да, сенсей, я с тремя тогда не мог справиться. Ох, ё-моё. Трындец. И какое же мне оружие тут дадут, а? Ну, покажите, пожалуйста. Это против Лилии-то, с этими тесачками. Но мы ее проходили, да? Мы на дровосеке, по-моему, сфейлились в прошлый раз. Ага, Глефу. Ну, конечно же, конечно же. Поехали. Поехали, как поехали, так и приехали. Не нравится. Не успел присесть, а. Ну хорош тут елозит-то уже, а, Лилия. Бросок. Ну, конечно же, свой плешивый бросок. Вообще ничего не могу сделать, ты прикинь. Ушатал. Но у меня здоровье-то не прибавится от этого.
Так, переходим на дровосека. Блин, с таким количеством здоровья мне только с дровосеком и драться. Фигня получается. Причем уровень легко. Блин, мне еще дали тесаки. Ну что, попробуем как-то, я не знаю. Да, урон, конечно, лучшего я ожидал. Так, что он там сейчас сделать хочет? Куда подходит? Так. Есть возможность, ребята, применить заклинаху. Хорошо, что я не стал делать удара. Че, добиваем? Ладно, это только второй, блин. Еще трое впереди. Есть заклинаха у нас. Блин, а в конце-то дед с глефой. Так, а это у нас лиса. Она у нас с катаной. Хотя бы здоровье восполняли. Хотя бы половину, что ли. Оу. Не лучший варик на самом-то деле. Хотя, подожди. Попробуем. Что? Как ты умудрилась, а? Лиса, объясни мне. Юлит, юлит, юлит. Попробуем. Ать. Попалась. Хух. Сейчас мне дадут наверняка катану против вот этих вот двух булав. Мор. Ну, давай смотреть, как у нас тут пойдут дела. Ох, ё, нифига дубина. Мне кажется, эта дубина что-то типа... Оу! Да. Трындец. Смотри, он мне даже вставать не дает. Да ну. Фигня какая-то. Это дубина, ей просто невозможно драться. Он пока там замахнется. Давай заново, еще разок. Ну, проиграем так проиграем, ребят. Пойдем тогда, я не знаю что. Пойдем что-нибудь делать. Может, еще лучше оденемся с тобой. А тут броня, кстати, моя? Да? По-моему, моя броня. Ну, единственное, что я привык к... Воу, с оригами дали. Я просто привык, что у нас на броне, в оригиналке, да? С вами есть, ну, зачаровашка там. С определенными свойствами. А здесь же ничего этого нету. То есть я не могу себе ни здоровья здесь восполнить, ничего. Получи это в ответку. Слушай, ну с кусаригами можно было бы, в принципе, с любым противником подраться. Довольно хорошее оружие, но... Что мне сейчас дадут? Против дровосека. Топоры — это страшная вещь. Урон колоссальный. А я... Помню я этот посох. Попробуем. Слушай, ну... На. Хотел, даже нечего сказать, ребят. Лиса с катаной. Что мне дадут за вид оружия? Наверное, топоры, как обычно, да? Только бы не булаву вот эту, которая мне не понравилась. Что? Ага, вот эти две булавушки, ладно. Поехали. Опа, бросок мне сделала. Слушай, а у меня здоровье-то восполнилось. Ну, поехали. Твою налево. Давай, да что ты? Блин, да... Хорош, а? Вот так вот. Поехали дальше. Поехали и проехали. Опа, повезло. Слушай, как ты достала меня, а? То катана, то энергия, то еще что-нибудь. Вот так вот, блин. Засранка. Хорош. Половина здоровья у нас осталась, да? И впереди еще два врага. Какое оружие? Дайте мне посох или, я не знаю, ну что-нибудь такое. Дальнее хочу. Кусаригами дайте, пожалуйста. Вот оно здесь как раз зайдет. А мне дают... Блин, а мне дали катану.
Попробуем, ребят. Попробовал. Так, сделаем с тобой вот таким вот хитрым путем. Поехали. Поехали, блин. На. Слушай, ну у него от броска очень много здоровья отнимается. Да какого лешего ты творишь, а? О. Да ну, блин, ну как вот это вот называется? Ребята, он меня опять ушатал, а? То заклинахой своей прошивой, то еще что-нибудь, блин. Не будем пока драться с ним, достал он меня в корень. Слов никаких нету, блин. А что я могу сделать? Подожди-ка, он... А, затмения у нас нет. Так, оса принимает мой вызов. Я, кстати, вот что я хотел-то. Вспомнил я, наконец-то. Конечно же, мясник. Блин, а я что, кусарегами оставил себе, да? Надо же было взять копье, наверное. Ладно, попробуем. Его нужно одолеть. Его нужно, ребята, одолеть. Поехали. Поехали. По-моему, я скилл потерял, блин. Зашибись, у меня здоровица, да, осталось? Ну-ну-ну-ну-ну. Все, хорош, дядя. Ну, естественно, конечно же, что же ему еще остается, как не бросить свой кунай в меня? Я просто хочу дальше пойти. А они мне... Надо же, достал, а? Ну-ка, попробуем. Может, хорош уже? Вот как вот они умудряются перепрыгнуть, там еще что-то сделать. Все, это трындец, ребята. Это просто трындец. У него уровень сложности тут невозможный, наверное, стоит. Но я еще раз говорю, что для него вот эти вот кусарегами здесь, ну, конечно, вообще не рулят. Чего ж тут говорить. Дай-ка попробую. Ага. Лежи, старик. Попробуем теперь. Промахнулся, это плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, он меня сейчас ушатает, наверное, я так понимаю. Бумс прям в голову мне своим кунаем. Я не знаю, что делать. Друзья мои, я просто в замешательстве. Хочется как бы получить уровень 25. Ну, осу я 100% не одолею. И тут 5 противников. А ведь это придется, наверное, нам с тобой в оригинале все проходить. Верно? Поехали на турнир. На невозможно. Вау. Гадюка, она тоже с кусарегами. Только не забывай, что у меня уровень сложности невозможно. Сейчас я плюшку получу и сразу отдуплюсь, наверное. Так, подожди, ну, пока, пока вроде бы нормуль. Нет, нифига не нормуль, ребят. Это ненормально, это ненормально, я скажу. С трех плюшек она меня выносит. Просто. Попалась, да? Гадюка. Посмотрим. Да почему же ты не срабатываешь-то, а? Хватит уже, а. Это, конечно, бред. Опять просто мне повезло чудом. Опа, ты видел, какой удар у него есть? Значит, и у меня такой есть. А как его сделать? Как она его сделала, вот? Объясни. Блин, ну это фигня, ребят. Да я ее не смогу шатать, что бы я тут не сделал. Н-н-н. Слишком офигенный дамаг от нее идет. Как мне поднять уровень, а? Я просто тороплюсь, мне охота как бы перейти дальше, ну, к испытаниям, к этим. Блин, неужели вот это надо будет проходить? Другого варианта нету, ребят. Придется нам мучиться с вами здесь до потери пульса.
Все опять же зависит от оружия. Если дадут хорошее оружие, в принципе, разобрать их тут не проблема. Та же самая лилия. Но вот этот, короче, с двумя булавами меня что-то доконал. Я боюсь представить, что там будет вытворять старикашка. Окей, две булавы мне дали. Попробуем. Начинаем с тобой неплохо. Я бы даже сказал, очень, очень хорошо. Ну тогда получи, гадюка. Раз не хочешь по-нормальному, прыгает тут как сайгак, бесит меня уже. Слава богу, заклинание хотя бы у нас с тобой нормально работает. Так, дровосек, что мне дадут в противовес его топорам? Давай. Надо просто еще разогреться, понимаешь? Давно не играл. О, глефу. Как думаешь, с глефа я здесь смогу его победить? Нет, если я не попадусь под удар его топоров, в принципе, это реально. Опять же говорю, если не буду попадаться... Блин. Отвали ты, сказал тебе, а? Блокируется, гаденыш, а? Ну, осталось тут совсем немножко, ребят. Поехали. Нет! Все, подбил его. Нет, ну, глефа, как сказать, она хороша. Но вот я не знаю, что мне ждет с лисой. Какое мне дадут оружие? Мне бы просто побольше оставить здоровье себе. И с булавами, когда чувак будет, как-то, не знаю. Да нет! Ты издеваешься! Давай попробуем с собой так сделать. Окей. Просто хотел преимущество взять, хотя бы небольшое. Поехали. Да. По скорости-то, конечно, мы с тобой тут... Да не нравится мне эта булава дурацкая, блин. Ну что это, блин? Опять фейл, короче, ребят. Опять фейл. Как только этот дебильный... Она бы еще на старике бы мне дала эту булаву, и все, было бы вообще замечательно. Поехали заново, конечно же. Трындец, вот какую-нибудь гадость мне надо влепить, а обязательно. Вот обязательно что-нибудь на тебе, говорит, фигню, дерись с ней, булава дебильная. Как и меч у меня в этом, в оригинале тоже дали. Фиг с ним, что сделаешь, в ближнем бою вообще бесполезно. Только ногами. Ну, посох хотя бы дали, ладно, поехали, попробуем. Так. Дерьмо, ну при... Да присядь ты. Слушай, карга, ты, блин, достала уже, а? Я не понимаю, я хочу сделать удар ногой, а он не срабатывает, ни шиша. Все, потеряла свою... Свое оружие, да? Ну что ты тут юлишь-то, а? Поехали. Ну, предположим. Ну завалить-то ты ее завалишь в конце концов. Есть. Опять же здоровья не очень много. Так, заклинания мы с тобой не будем тратить, наверное, на дровосеки. Я не знаю, либо на лисе будем с тобой бомбить. Опять же нужно отойти. Опять же успеть это сделать до того, как она бросит, например, в тебя куна или тот же самый сюрик. О, кусаригами, наверное, против дровосека. Я думаю, что это хорошо будет. Наверное. Так, ну что, поджарим его? Как ты достал со своим сюриком, а? Постоянно его бросаешь. Так, друзья мои, отлично. Лиса. Что у нас будет с лисой? Только не булаву, пожалуйста. Эту дурацкую булаву, а? А ведь могут. Могут ее дать. Топоры. Хорошо. Понятно. Блин, как же она шустро, а, делает. Отлично. Оу.
Достало, ну серьезно, тебе говорю уже, а? Укрывается же еще, а еще блокирует, успевает, а? Ну ногой же хотел, блин, по ней звездануть. Есть. Ну здоровье-то, конечно, вообще смешно, смех на палке. Вот он, этот говнюк с двумя булавами. Ну вот как вот с ним? Надо отходить, я не знаю, применять заклинание. Здоровье у меня вообще ни к черту, на один удар получается, так? Ну да. Ну и что прикажешь мне делать? Ну-ка. Будем до потери пульса, короче, здесь драться с вами. Так, поехали. Лилия. Дали бы мне на Лилии этот, вот эту булаву, если здесь будет заключаться только булава с оригами, катана и... Что там? Вот, катану дали. Окей, попробуем. Ага, не успела? Плешивая. Отлично. Как ты дотянулась-то, а? Узбечка, блин. На. Ну-ка. Так. Отлично. Ну что ты будешь с тобой делать, а? Ну. Ну, естественно, надо в табло получить. Забомбили, ребят. Лилия отдуплилась пока. Переходим с тобой на дровосека. Надо дровосека валить. Ядрени фени. Ну давай, давай, давай. Все, я насмотрелся на него вдоволь. Что за оружие? Ну вы издеваетесь? Ладно, ребят, будем с вами делать вот так вот. Окей. Во-во-во-во, вот это вот не нравится мне. Пинка. Есть. Я надеюсь, больше дубины здесь не будет присутствовать. Ой. Потому что здесь, ну ты понял, да, случайное оружие, но на самом деле оно повторяется. На этот раз мне дадут, наверное, топоры. Или тесаки. Блин, тесаки против этой чувырлы. Не лучший вариант. Понял. Поехали. Так. Попробуем так сделать. Не успел. Да отойди ты. Хоро... Ё-моё. Ну вот как вот, ребят. Ну вот я собирался сделать заклинание, да? Она просто берет и перебивает тебе своим же заклинанием. И ты хочешь сказать, что это все нормально, это все справедливо? Да хрен уж там справедливо. Смотри, как она действует. Очень быстро. Очень быстро. Такой вот просто неподвластно обычному смертному бойцу, как вот, например, у меня. Ну давай ты там. Ну, естественно, сейчас что-нибудь выпад, да? Подсечка, конечно же. Дурацкие тесаки. Ну, офигеть, два раза заход за раунд она применяет заклинание еще, а? Ну ты посмотри на нее. Ну и что мне дали? У меня здоровья нет, у меня отправляет к этому чуваку, к мору с булавами, когда у меня нет здоровья. У меня есть только заклинание. Опять же, заклинание отнимет у него не все хп, верно? Верно. Мне дали катану. Посмотрим. Иди отсюда. Вот и все, ребята. Вот и вся комбинация. Он выполнил ее и нет, трындец. Так, ну что, ребята, добрались мы с вами до мора. Какое мне сейчас оружие дадут, я не знаю. Здоровья у меня не так много, но тем не менее попробуем его сейчас вальнуть. Что дадут? Нет, нет, нет. Да какого лешего? Ну зачем мне эта дубина, ребята? Ну это же не серьезно, ну.
Вот как вот мне с ним... Ага, прогибчик. Оу! Слушай, а вдруг у нас... Нифига у нас не получится, по ходу дела. А может быть получится. Так. Ну-ка. Есть, я ушатал, ребята, этого мора вот этой дубиной дурацкой. А теперь старик. Последний хмырь с глефой, шустрый. Блин, у меня есть заклинаха. Может быть как-то попробовать ей воспользоваться. Какое еще оружие мне дадут? Тесаки, остались только тесаки, ребята. А, нет. Странненько, ладно. Так, попробуй, ребят. Слушай, отлично. Ну-ка. Так, дед, успокойся. Добить его, только добить. Есть, друзья мои. Мы прошли. Прошли с вами. Талант, ё-моё. Талантище, действительно. Новое достижение. Фух. Да, сколько попыточек, ребята, мне пришлось ушоркать. И, наконец-то, я получаю 25 уровень. А это значит, мы с тобой... абсолютная энергия. Так, 25% шанс на повышенный урон от магии. На 35% в течение 4 секунд после полной зарядки энергии. Не знаю, ребят. Наверное, я лучше пробивающие шлемы сделаю. Все. Так, давай мы с тобой заберем награды. Так, и быстренько, просто срочно бежим с тобой в магазин. Ох ты, серпы. А есть что-нибудь? Нету. Только серпы. Хм. Ну что, будем брать? Твою ж налево, ты посмотри, какая красота, а. Ёлки-палки. Нифига там оружие пошло дальше. Очень много сайт, ты заметил? Ладно, я, наверное, приобрету серпы. Вот эти вот. Конечно же, их сразу улучшу. Так, 58 тысяч. Мне, по-моему, не хватит вообще ни на что. Нет, хватает вот на эти доспехи. А что за шлем? Опа. Шлем зверя. Берем, друзья мои, за гемы. И прокачиваем их. Так, а на броню? На броню мне хватит? Хватит. Все, покупаем с собой броню. Ух, нифига себе, сюрикены ночи. Смотрится красиво. Ох ты, а тут смотри. Ё-моё, ты посмотри, какие тут тесачки. Чакры. Блин, и новая заклинаха, что ли, у нас доступна? Точно? Это молния. Огненный столб. Так, ну это все потом, ребята. Вначале нам нужно с вами, что у нас тут? Все, тишина. Пошли сюда и... Турнир. Нормально, тут невозможно. Старые раны откроются. Что за баги? Три стадии турнира, то есть нам нужно в любом случае с тобой пройти турнир. А, вот она, роднуля. Сейчас мы как раз посмотрим, как против гадюки работают наши серпы. Блин, музыка прикольная, ландшафт прикольный. Так, серпы. Потихоньку, ребят, потихоньку. Поехали. Потихоньку, блин. Ага. На-ка тебе. Так, ну у серпов, кстати, тоже неплохая комбинация идет. Так, подожди, давай вот так сделаем. Хорош. Ты видел, у этой кусаригамы очень много ударов. Почему-то я их все делать не получалось у меня. Ать, зря. А если я? Не получилось, ребят. Все, первый раунд за нами. Но здесь почему-то действительно легко. Видимо, то, что я прикупил себе шмотки и шлем. Шлем зверя. Так, а если заклинаху врубить? Понятно. Гадюка не такая дура, да? Упс. Живем. Офигеть, удары. Так, подожди, надо ее подловить. Поехали. Ну-ка еще разок. Ногами. Да что ж ты хитришь-то так? Все, ребят, подловил я ее. Победа за нами. Первая стадия пройдена. Деньги зарабатываем и двигаемся на очередной бой.
Тебе бросили вызов. Вернись в предыдущую провинцию и сразись с ее главой за нюкальное оружие. Это кто? Оса, так она мне уже бросала уже давно вызов, так что это для меня не новость. Идем с тобой. Уровень сложно. Опять мангуст здесь. Со своим копьем, блин. А у меня серпы. Ну, серпы тоже очень такой, знаешь, размашистый удар. Комбинация солидная. Но надо быть аккуратнее с мангустом. О, у мангуста нифига есть удара. А, я ему пробил шлем, видим, поэтому урона очень много нанес. Так, тихо. Поехали. Айх, юлит. На тогда. Это смешно было. Поехали. Ать. Так, по-моему, ребят, он попадет сейчас у меня. Есть, нет, не добил еще. Ну, жук, не сдается. Нифига он наглый там. Мит хорош. Так, он сейчас еще, наверное, метнет, нет? Не успел парень. Его серпом просто по голове накрыло. Ладно, давай дальше. Ребята, это только начало нашего турнира, нашего испытания. Твою ж налево. Хорош уже, старикан. Слушай, заклинаху может быть применить, а? Как вариант. Все? А что это я так... Я только хотел, ну, уже думал сейчас откатиться, применить заклинание. Но я его порвал. Так, здесь до сих пор еще невозможно. Че, пойдем на мизумку? Нам, как говорится, терять с собой нечего. Ой, опять мор. Мор за морыш. Ладно. Давайте, ребята, попробуем с ним справиться. Мне нравится вот именно... Ё-моё, ты заметь, когда только пробиваем шлем, и потом вот удары, которые у нас идут, они наносят колоссальный урон. Не просто урон, а колоссальный уронище, я бы сказал бы. Ну, кто кого... Блин, он меня. Слушай, ты достал, а? На! А теперь вот так вот. Хоп-хоп. И нифига не вышло. Ой! Я думал, сейчас в голову мне прилетит. Прикинь, поху получить вот такой вот булавой. Это жесть. Так, я откачусь. И хочу вот так сделать. Понятно. Вопрос исчерпан. По поводу заклинания. Подловил. Так еще летит прикольно. Так, ну-ка попробуем. Солидно получилось. Ать! Я так и думал, что он сейчас... Опа, не надо, парень, вот этого. Ну! Захотел ускользнуть из-под меня, да? Ну, ать! Видишь, вот шлем у него там пробитый. То есть урон повышается сразу же. То есть как будто он без брони. Ну, ты видел, да? Мы с тобой мора запинали, забобили. У нас, кстати, достаточное количество денег. Я вспомнил еще кое-что. Вернемся к моей истории. О, наконец-то, ребята, у нас история сенсея открылась. Но вначале, конечно же, сходим с тобой в магазин. Затаримся с леденцушки, да? Я думаю, тебе, наверное, больше всего нравится именно когда идет покупка вещей и, конечно же, посмотреть на их свойства. Вот лично мне это очень нравится. Заклинаху нам нужно с тобой взять. Давай возьмем, наверное, вот эту вот молнию. Я уже даже... Да, я так и думал, что это именно та молния, про которую идет речь. Подожди-ка, а что тут у нас горит один? Я же... Ого. Цепной взрыв. Нифига, прикольная штука. Подвесочка. Так, шлем. Шлем у нас с тобой заточен по полной программе. Нам не хватает только лишь на броню. Ладно, пойдем с тобой на стадию первую. Пиратка рассказала мне о непростых отношениях вдовы и князя. Я не получил сферу, но узнал, что князь направился в горы, чтобы найти вдову. История сенсея, часть пятая. Униженная и оскорбленная. Вдова. Ты тоже пришел унизить меня, как и князь? Вы, мужчины, все одинаковые. Он рассказывал о твоем добром нраве, о чести, достоинстве, но больше я мужским словам не верю. Каждый из вас будет страдать. Астра.
Госпожа мне как сестра, я отлично чувствую ее боль. Она запретила мне трогать князя, поэтому мой гнев падет на тебя. Ага. Ну что же, давай посмотрим, из чего ты сшита, Астра. Оружие у нее что-то я в руках не замечаю, кстати. С чем она будет? С копьем. Кстати, копьишка-то знакомая. Яри, по-моему, да? Это копье называется. Или это просто похоже? Ох, как ей сейчас хорошо-то досталось. Зачем я хотел сюрик бросить? Вот объясни мне. Ну? Ну, сенсей, ну... Да ее просто, она не дает мне даже ничего сделать. Так, дай-ка я попробую так вот. Ага, уклонилась. В ответку получил. Поехали. Куда собралась-то, а? Так, 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 тихо, 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 ребята. Есть! Первый раунд за нами. Выкусила, так сказать, да? Ладно, посмотрим, что будет во втором раунде. В втором раунде тоже пока неплохо все начинается. Ах ты! Блин! Неужели активировалось? Что-то похоже именно на это. Не поймал я ее, ребят. Так, ну-ка. Вот. Отлично. Сейчас просто было великолепно. Две подсечки. И добиваем. Все, ребят, вот тебе и вся Астра. Что она там прочирикает на дорожку? Интересно мне знать. Давай почитаем. Ничегошники, ты смотри-ка. Так, вторая стадия. Поехали. Горностай. Моя госпожа прекрасна, я был недостоин смотреть на ее лик. Теперь моя жизнь принадлежит ей, и я буду защищать ее честь до последнего вздоха. То есть, ты понимаешь, ему выкололи глаза за то, что он был недостоин смотреть на нее. Офигеть, он, видимо, с посохом, судя по тому, что у него в руках какая-то трость. Ну, давай посмотрим. Горностай. Нифига себе, трость! Это далеко, ребят, не трость. Большая-большая фигня, которая может мне, наверное, предоставить кучу неприятностей. Слушай, ну он, смотри, он медлительный. И это плюс. Так, если он, наверное, звезданет, мало не покажется. Ну... Так, давай, поехали. Ай! Ну как, кто кого? Понятно. А если я так сделаю? Ха-ха-ха. Ну, естественно, он недолго. Кто кого, что ли? Да на тогда. Стоит там, блин, метает в меня тоже, а? Горностай, короче, отдуплился. Второй раунд у нас. Потихоньку, потихоньку, ребята. Тут лучше, мне кажется, лучше не выпендриваться. Я уже думал, сейчас сюрик полетит. Да что ж ты... Ты посмотри, а? Понял тебя. Сейчас было замечательно. На! Ать! А я тебе говорил, что это очень опасно. Слушай, ну я на самом деле думал, дамаг будет посерьезнее. Если честно. Ах, как я ему сейчас по кишочкам-то проехался своим тесачком. Ну все, ребят, по-моему, крышка. Хотя, опять же, не факт. Сейчас довыпендриваемся. Ну, удар ногой там какой-нибудь плешивый. Все, закололи. Забомбили мы с тобой, короче, горностая. Приз еще 39 гемов. Так, а у нас сколько денег? Я могу что-нибудь? Могу, я, по-моему... А броня сколько у нас стоит, ты не помнишь? Давай-ка посмотрим. А, не хватает чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает. Ладно, ничего страшного. Ну что, стадия 3 из 3... Давай посмотрим. Князь унизил меня, отверг, посмеялся над моими чувствами. И теперь я ударю в ответ. Ты его друг, поэтому передашь от меня это послание. Какое послание-то? Смерть, что ли, типа? А как же я его передам, если ты меня хочешь уничтожить? Она с веерами, это факт. Она жуткая будет, бабенка, да? Поехали. Ну хорош, блин, я эти веера вспомнил вдруг почему-то.
Ну хватит уже. Даже урона не нанес ей. Вот, пошло дело. Ух ты, а что это у нее там? Оу, она лечиться может. Это не есть хорошо, друзья мои. Молодая вдова. Еще. Слушай, она, у нее на отхил все идет. У нее есть вампиризм. Смотри, она все восстановила себе здоровье. Слушай, мне кажется, будет тяжело с ней драться. Когда, тем более, вот с такой вот пукалкой бегаешь. Так, полежи, тетя. Давай, 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 давай. Да что ж ты. Есть. На тебе. Главное. Хотел сказать, главное не лопухнуться. И на тебе, она меня подсечку уничтожила. Фига, ребята, у нее там вампирик, отхил, чего только нет у нее. Ну хорош уже, тетя, блин. Иди отсюда, я тебе сказал. Все время вот она делает вот этот вот двойной, как сказать-то, вилла, обвод, обходит она меня. Ну выпад вообще не в тему здесь, если честно. Подрезал в воздухе, отлично. Ага, бросила Вера, да, свои. Вот она стерва, а. Она меня достала тут. Когда я играл этими Верами, фигня мне показалась эти Вера, если честно. Но я смотрю, у нее очень даже хорошо получается. Можно, знаешь, что сделать? Применить сюрики издалека. Восстанавливать здоровье с такой скоростью. Давай добивать ее как-то. Че он делает-то у меня? Вообще, что ли, придурок, блин? Сенсей, ты че? Хотел бомбануть, он начинает прыгать. К прыжку готовился. Может, я нечаянно нажал? Да вряд ли. 1-1 счет. Сразу активируется хил. С какого, блин, перепуга-то? Ну. Ага. Поехали. Захотела чего, а? Начинается. Да зачем ты так? Ну, сенсей, ну серьезно, ну хватит уже. Ты издеваешься надо мной, что ли, сейчас, а? Попал. Во. Так. Да блин, ну нахрена вот это вот делать, блин. Был такой, блин, прекрасный момент ее наказать. И на тебе, он начинает тут. Все, по-моему, ребят, нам тут крышка, судя по всему. Да, подрезала меня. Какой-то долгий, длинный бой получается, если честно. Так, давай заново. Я ее все равно накумарю. Никуда она не денется. Отхил вот этот вот, офигеть можно, блин. Причем вот здесь как бы нету справедливости, потому что мои шмотки не зачарованы вообще никак, никаким образом. А у них все вот эти вот заклинахи остались. Понимаешь, да, к чему я? Ты запарила, а? Ну серьезно. Сколько можно-то? Тынь-дынь. На. Хоть не двигайся после, вот, после ударов, хоть вообще стой на месте и все, ничего не делай. Ну как так может быть? Ага. Ну вот смотри, что творит. Просто ужас, ужас какой-то. Я вообще, я нанес ей урон, но она все здоровье себе восстановила. Абсолютно все. Вампиризм этот еще дебильный.
Да и сенсей тоже со своим вот этим, конечно, блин, мечом. Это просто смех на полке. Я представляю, как я буду с Сёгуном драться. Или кто там будет? Я не знаю, Титан, Сёгун, кто там вообще будет главным-то? Ну? Да-да-да-да-да, я забыл совсем, что Вера. Слушай, она психопатка. Просто психопатка, истеричка, я не знаю, как еще назвать ее. Надо стало юлить тут. Все, побед за ней. Друзья мои, заново, конечно, заново. У меня просто нет слов, я не хочу тут орать, но она меня, у меня просто кровь бурлит. Сенсей со своей фигней, своей палкой-копалкой против, блин, дуры с веерами. Ну вот, ничего не делаешь. Сразу уходит, уворачивается, да? На, получила. И сразу, конечно же, надо активироваться. Ее бонусу на отхил. Отхилить ее, ну почему бы и нет. Офигеть, блин, я в ближнем бою не могу ничего сделать вообще. Ни удара нанести, ничегошеньки. Отхил у нее, сразу устанавливаю себе здоровье. Не попадаю нифига. Да, друзья мои. Полный форшмак. По-другому не назвать. Полный, просто полный форшмак. Раунд 2. Пока приловчишься, как с ней бомбиться надо. И самое бесевое, что у нее вот активируется вампир. Да? Вампиризм. Не вампиризм, так потом этот активируется у нее. Отхил. Подрезать мне крылышки надо, конечно же. И она шустрее себя ведет, чем я. Намного шустрее, тут даже видно, ребят. У любой удар у нее сразу отхил идет. Активируется. Ну это разве справедливо, а? Иди отсюда. Вот кажется, вот она победа. И на тебе. Какую-нибудь пакость сейчас выкинет. Так. Поехали. Конечно же, надо увернуться от моих-то ударов. И хил врубился. Ну вот как это, блин, называется? Блин, на месте там стоит, блин, я даже попасть по ней не могу. Да еб твою медь. Нет, ребят, ну это трындец. Еще и бросок сделала мне, обалдеть. Все, время закончилось. Ладно, сейчас еще разочек бой с тобой сделаем. Посмотрим, может быть там все-таки будет влиять заточка броней. Потому что сейчас уровень сложности нормально идет. Ну, приступим, ага. В ответочку, а? Получила козлина. Блокирует, естественно, ребята. Вампиризм свой врубила. Так. Ага, я так и думал, что ты что-нибудь сделаешь противное. Ну-ка, достанем. Достали, но в блок. Все удары идут в блок у нее. Смотри, что творит, а? Подловил. Слушай, может быть, вот так надо ее бомбить просто на месте. Угу, конечно. Поехали. Так, смотри, что творит, а? И сразу блокируется. Тупо на месте стоять и отбиваться. Ну, пытаться, по крайней мере. Не вышел фокус. Смотри, что творит, а? Поехали. Может быть, как-то сделать бросок. Ну, естественно, что от нее можно ожидать? Не зря она подкрадывалась ко мне. Поближе. Так, подожди, я ее все-таки подловлю. На, Сюрик. В лобешнике. И еще один. Давай. Е. Последний. На добивку.
Так, 1-0. Ребят, возможно, это нечестно, но для чего другого отдаются тебе сюрики? Так, второй раунд. Я понял. Поехали. Так, тихо. Она сразу же уходит, понимаешь? Сразу же. Ах ты, подловила меня. Давай стоим, ждем. Поехали. Опа. Вот так вот оно будет лучше. Правда, у нее отхил врубился. И она себе все здоровье опять восстановила. Вот и делай выводы дальше. Вообще все восстановила себе здоровье практически. Ох, сейчас было смачно, друзья мои. Отлично, я опять хил. Опа. Ну че, вдовушка, блин, опять хиляется. А почему я же жал на удар руки? У меня нифига, ребята. Ой, сейчас будет. По-моему, сейчас мы проиграем с тобой. Есть такой шанс, ребята, продуть. Ну да. Бросок. Я ее бросить не могу, а она меня бросает, как сосунка. 1-1 счет. Так. Поехала. Ого, хорошо. Сразу уходит, естественно. Ногой в табло. Ага, локтем хотела сразу же меня еще подбить. Блин, не получается, а? Не получается ее подловить. Опять вампиризм. Ну-ка. Во, на. Вот сейчас было замечательно. Подловил, ребят. Стоим. Стоим. Тихо ты, сенсей, ну. Ай. Немножко не то. Ну отойди ты от меня. Попробуем. Да как так-то? Вот, друзья мои, наконец-то. Блин, я ее подбил. Привет тебе, вдовушка, блин. Да, ребят, был серьезный бой. Ну что же она скажет нам на дорожку-то? Я сочувствую тебе, правда? Но разбитое сердце - плохой советник. Пойми, что из-за тебя пострадали люди. Для меня нет пути назад. Вижу, ты хочешь помочь, но слишком поздно. Князь забрал сферу. Сёгун пытался защитить ее, но безуспешно. Я никогда не видела князя таким диким. Его глаза горели, он посчитал забавным казнить предателя на месте нашей первой встречи. И я покажу. Зачем мне это? Мне этого не надо показывать. Друзья мои, нам еще один бой, и мы с вами получим 26 уровень. Но я думаю, что этим мы займемся, наверное, уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.